Не, нихуя не исправили пока. Чё ты Хэлла, значит, пойдешь тогда этим палом? Тут как раз вон всякие ретрики. У тебя-то хоть танк. Ну, всё понял. Тогда бидона возьму. Ага. А ты уже шамана во втором подсобишь. Ну то хуй знает, зайдут там какие-то шаманы еще, нет? Поставьте еще шкаф после этого трэша. Не всех суманули. Так, получается... Good game, ладно, на РС-ку давай. Но если кто-то будет по ПРу выше, то пойдешь чилить. Да, релугнись просто. Там кто-то ставьте, 1-2 человека, остальные пошли бить. Так, кто там вырубай? Врывайся, я заберу пробудителей. Беги в толпу. Так, стой, это, мифик, не отходи, помоги засунуть людей. В смысле, так мне на лока зайти? Нет, нет, стой, ДКшником. Да, о, а, пристал. Просто у всех бой. У нас, кому еще суп? На всю гильдию, блять, 2 лока. Я не могу потекинуть Лингруту. Уж забагалось что-то. Нет, просто лидерка 8 ТК. Синтек бич отошел, наверное. А мне вот интересно, а если, короче, так, я... не надо мне тут, я его пригласил. Новую раз. Бурыбай, отойди в сторону, стой. Так, все. Вроде бы все. Надо, чтобы этот еще Геншин сходил тоже. Сейчас. Двумя персами. Ну, если типа это. Если кому-то что-то не надо будет с этих рейдов. Или у кого ИП этот приор меньше. Мифик, ПВП не знаю. Новая раса как? Я не чекал. Мне кажется, их еще будет перерабатывать, там пассивки такие все. А насколько они урон увеличивают? Которая активная у них. 10%. 10, да? И КД минута. О, сосался еще слот, подамажить на пресле. А, тут вообще хилить надо, блять. Ну, я могу и похилить. Ну, там в 4 хила, в принципе, РС-ку можно ебануть. А он туда и туда может ходить. Вот, тогда гудгейма выкинуть. Он и так не заберет. Так, ты заходишь? Да-да-да, сейчас. Ну, как раз гейму объективно здесь чуть не нужно. Чтобы мы это не ебались в этой в первой ТТГ долго. Так, ты, допустим, это самое. Ты со сюда... всех чаров пролетел. Слушай, если первый ТТГ ты хочешь именно быстро пронести, то я, ну, со стафляга могу пойти во второй. Потому что я в ТТГ не был ни разу, я брата просил, чтобы он так, пронес мне, мне нужно было ходить. Свистофляга не был? Да, я в ТТГ не был. Ну, типа, персонаж сам был, но я брата просил. Он знал тактики. Ладно, все. Это самое. Ну, ты резко пока сиди. Так я... Какая разница, один хер и вторая пачка пойдет, и я раз я могу... Ну, ну или как скажешь, по. Ладно, тогда на стриме угу. Посмотришь. Так, что там получается? Да. Бич-рейд какой-то собрался. Поставьте. Бля, только вылетел, опять залетел. Так, пошли, шкафы, блядь, трэш-то надо бить. Время-то идет, блядь. Вот я 3 моба сагрил. Я плюс ему. Кто-нибудь, помогите сунуть. Да, заберите... должны сами уже лететь, блядь. Тут лидерку инста... заберите у Синтека. Синтек, нахуй. Ты чё там, блядь? Он никого не приглашает. Уянишь. Чё вы на меня бычите? Я приглашаю, ты чё на меня бычишь? Йоу. Ты опять пьяный? Синтек. Я вам сейчас могу даже... Ты сказать, похуй, ты хоть дать, бухай, хоть не колись, похуй, но, сука, лучше не лагай. Не оправдывайся, ты лидер, просто покикай их. Покикай в натуре. То, что базарит, прям, кикай их, нахуй. А чё, я в ДД или... Ну, это... Ну, можно побить, в принципе, это.
Не, сейчас нахуй в хила лучше, это самое. Сейчас, блядь, эти копии, нахуй, сейчас нас разъебут, блядь. Так, что, давай мне пробудителя. Эту хуйню забирайте сами. Я, короче, всем зам отдал, выебывают. Какая-то хуйня получилась. Вон, веди их в пачку с командиром этого, с мечами бича этого. А вот эти, которые кастуют, вот его одного уже почти убили. И хули вы под ними это? Хурюк, а ты тут? Скажи, к сожалению. Да не, просто я себя крутанул чарку на АДК, но такая выпала. Думаю, оставить ее. Скорость. Пиздец, топовая, блядь. Да, оставить. Не, ну плечи-то у меня есть, но правда двойная атака. Я приходил. Поставьте столик, пожалуйста. Кто там? Бурибай, значит, последнюю копию, а Лингрен вторую. Точнее, первую. Я босса, короче, ты первую, Бурибай последнюю. Чё там, блядь? Может, пару тел сменится на ТТГ. Так, вот рыба. Кто там уверен, что затанчит этот свет? Ну давай, Лингрен свет, а ты, ну, чтобы без лаков, говорится, было, без лаков. Ты тьму. Да, да, точно. Я забыл, что ты есть. А то всякие бурибаи, кирсори еще есть. Ладно, все, иду запускать. 5, 4, 3, 2, 1. Просто как-то... Под ебалом там не бегаем. А, по 37 тысяч бьет, охуеть просто, блядь. Главное, на миликов не наведи только. Под ебалом копии только не стойте, там два босса. Ебаный урод. Хорошенько хитьте. Сейчас массакру готовьте, скоро будет это. Вот давай массакру. Ну, отхиливаются они чисто из-за того, что вот Геншин минус. В Вадикон ресы Геншина. А я не ожидал, что она вот повернет сюда. Главное, сейчас надо всех троих танков доставать. Я... Хилам. Так, вот Тейнер. Подойди к Войду поближе. Тейнер дам. Все дал. Когда маленький босс, его даже водить не надо. А вот когда вырастает, можно от вихря отбежать. И когда вырастает, там подальше от босса отходите и под ебало не забегайте. Вот, oh, good games, bitch. Не, просто на меня сагрился. Понятно все. Таунт нажал, наверное. А, ну, я даже не знаю, как он выглядит. Поэтому все понятно. Сейчас. Заходи быстрее в инст.
Good Games, прием. Да, я же, вот я захожу. На коня и сюда подъезжай. Да долго, потому что одного не ждем. Тем более ТПС у тебя не так дохрен, чтобы тебя бафать там. Так, справимся. Сейчас думайте, пока мы бьем босса на чили, на расслабоне. Кто, не дай бог, в ТТГ не понимает, что делать, нахуй, лучше это... как-то подзаменить вас. На второй я не знаю, как там что будет. Ну, меня 5... замените. На ТТГ. Вот. Значит, первую посмотришь, стрим. Прям в диссе здесь. И на вторую, чтобы это подраздупленнее был. Не знаю, сколько там людей будет. Если будет не хватать, надо будет взять кого-то. Если будет нормально, то посмотрим по составу. Ну там между собой дальний, левый, правый разделите. Заезжайте, сейчас уже пулять буду скоро. На ту сторону езжайте, петов уберите, босса не спульте. Подозреваю, Седжу ненавидит прямо сейчас того человека, который это спулил. Не напрягайте, пожалуйста. Видите, хотя бы алкашные поты. Алкашные поты для этих рейдов. Половины нет, ни у кого нет. А, обязательно, блядь. Даже. Без потов, блядь. Ну, долго так не получится у вас. Нахуй. Дай там Мирелла. На мне надо отключить это ассисты. БКшные на геру только выдаются. Ты имел в виду поты или фласки? Фласки алкашные. Настой. Короче. Ну.
Так, я во тьме танчу. Первая, вторая во тьме. Третья, четвертая в свету. Лингрен танчит свет. В свету остаются и вес с Шектором. Синтек, Бидон, Геншин во тьме остаются. Заходите за линию. Так, в ромбике, да, танчу? Да. На пул, на этого, на Лингрена. Рарник готов? Шектор. Заис, перезайду. Ждем. Присты не бафнули. Ну, кстати, присты постоянно почему-то у нас в рейде отдыхают. Ага, слакают. Какой им вписать, да? Ага. Вот тут. Так, еще проверка. Все готовы. Так. 5, 4, 3, 2, 1. Метку вообще первую не кидает, блядь, пиздец. А вот кинул. Бежали метеор. Так, с треугольника заходите. Так, начну заранее двигать. Скоро лезвие будет, готовимся. Ебать, я лагаю, пиздец. Дайте сольву по шалфир. А то сейчас рву. Давай Геру сейчас перед выходом. Третья, четвертая на выход. Вон портал рядом. К автоатакой побейте. Вот геймс выноси. Метеор перебежали вот в свету. Good Games, ты в свет идешь. Прием. Как дела? Как дела? Тьма, стопните дамаг полностью. У нас 70. У всех 70. Так, 60. Зулджин, иди в свет. Блять, а кто мне... Кто диспелит? Носите метеор. Рано не диспельте. Смотрите, кто диспелит. ИВС, наверное. Главное, не подыхайте. Диспель, когда добегают до стены. Давай, Зулджин, забегай обратно в тьму. И дамаж. Осторожно под дыханием. Сбоку будь. Все, и туда сейчас перебеги. Титубейла не было, да? Опять плащик. Ноль чешек, да?
Зато ботинки. Ну, бля, ТТГшные, считай, получше будут. Серега, я же тебе говорил вчера. Сразу в ТТГшку идти, тебе кому что не надо. ТТГшные лучше. А можно портал лучше в Долоран? А, кстати, да. Спасибо. Благодарствую. Ну, как говорится, у кого нету ТТГшных. И такие сойдут. Пусть берут, да. Нам бы еще, блядь, в гере бы ее ебашить. Почему будет? Нормальный рейд будет, нахуй. Почему, блядь? Так. По груху за 50 тысяч купили. Ты уверен? За сколько? Так, ладно, Кирсури. За 50. Ой, яси, она же стоила 25. Я никогда столько денег не было. Я не знаю, блядь, я выставил на 50 только что вот купили. Правда, Делись. Комиссия 3000 голды. Повезло. Так, сейчас я ИП накину. Пока не ливайте. Я богач.